ночевать в предбаннике. Вещей я вам сказал, на кровати, на диване. Без проблем. Ну, бесплатно. И завтраки бесплатно. Ну, давайте, помахайте. Видео сейчас запишу. Надо только в эту сторону. Давай первый тогда. Подожди, я пройду здесь. Здесь самое вообще прикольное, тут мы... Сверху можно купить маленький. Стоп. Пустяк. Ого! Я вылез. Слезай. Слезай. Пытаюсь. Так, руки вперед. Так, давайте здесь не скажу. Самое основное — это распор. Кирюк, ты учись, чего какой распор? Ну, распор в смысле, ну, спиной упираешься руками и потихонечку вниз проваливаешься. Все понял. Есть, слез. Держи камеру. Он дальше не пойдет. Ого. Серёг, ай, и дальше влево лезешь до конца, и все, там ничего нет. Я понял, понял. Так можешь дальше не лезть? Не, наоборот, это самый сок. Надо. Что-то мне неохота туда лезть-то. Там совсем грязно. Там? Там лучше совсем. Конечно. Не, давай я полезу обратно. А что ты? Не хочу в эту лужу нырять. Лужу? Ну конечно. Так ты не трогаешь, ты аккуратненько. Вера голову просунула, посмотрела, что там. Думали, кишка дальше. Не 5 метров, а на десятку точно. Десятку, вот. А Кирюк сказал, что... Вот там вообще ничего нет.
камеру, наверное, надо передать. Ага. Как вылезешь? Отсюда. Распорчик аккуратно ногами. Ищи. Ступеньки там есть. Вот здесь вот, вот сюда. Где? Вот, смотри. Давай я поставлю. Давай. Только вот, вот, вот. Вот руку. Все есть. Лицо полное страданий и ненависти. Такое прям. Кошмар. Кошмар, кошмар. Смотрите. Кто не пошел, тот пожалеет. Так, что, поднимать надо? Выходи с камеры. Пойди передашь. Сейчас. Подожди. Сейчас, сейчас. А то я тебе на голову могу наступить. Подожди, подожди, пока не лезь. Все, лезть можно. Камеру. Вышли.
левый грудь. Следующая партия. Здесь классно зимой, вот эти все деревья, они полностью покрываются инеем. Ну когда минус 20, оттуда парит. Да, вот эти деревья, они прям все как в облаке. Здесь такой вход мокрый. Ты как в этом, в калоши в пещерах. Калоши в пещерах. Ну, в кольцо. Блин. Вот такой второй вход в пещеру Дохлого Барсуча. Знаешь, как время чувствуется, когда заблудишься? Очень чувствуется. У тебя ты бродишь час, а ощущение, что ты сутки бродишь. Мужики стонут. Не-не-не, вот с этой стороны было. Я могу фотки показать. Шапка там осталась. Фонарик. А здесь тоже пролезает. Стой, Вер, дай шапку возьму, чтобы ты не лозил. Еще чуть-чуть. Хирург. Все, достал. Так, не надо, я за руку тебя вылезу. Давай, давай, со мной. Я полез, по-моему, здесь реально. Проверяли? Давай тебя вытащим. Здесь орел вылезал, что вы мне рассказываете? Орел-то 2 метра с кепкой. Да. Там 2 метра, но точно. Ты что, вылез? А мужчины вылезали? Спасибо. Давай-давай. Эй! Стоп! Вы шапку-то опять уронили туда. Спасибо. Вера, отходи. Слышь, по-моему, ты даже... Снимай вес! Не, я залезаю. Я тебе верю. Прямо Денис. Вы отсюда пролезали? Да, отсюда орел вылезал. Обе руки только, обе руки сначала высовывали. Нужно одним плечом, потом целиком. Народ, что, рюкзак, рюкзак, рюкзак.
Две руки надо. Две руки. Чем? Две руки. Они вылезали одним плечом. И антиквар, и орел одним плечом. И антиквар, ты что за имена такие? Я считаю, что это погоняло. А я не видел этого выхода. Вот так, да. Только не этой рукой. Рукой, извините. Нет, ты думаешь, если у тебя, конечно, рука сейчас пролезет, то все остальное. Хотя ты, смотри, он сейчас так может выйти. Вся фишка в ноги как-то. Не, не пролезаю. Они а вылезали, широкая. Другой рукой вылезали. А если две ну ты же не больше орла-то. Нет, тогда он застрянет. Не, я вылезаю, ребят, с другой стороны, давайте. Там что-то. Дальше без есть другой, дыр. Дальше просто дальше лезть. Дальше лезть, прямо. Фонарь лежи. Вот прямо сюда. Там большой. Широкий вот. Не, мне оттуда просто физически не пролезть. Вот этого не было вообще в том году. Вот сейчас девушки там лезут, что мы они. Вот дырочка, сюда, давай, да, спиной разворачивай. Не вылезти. А, это... Конечно, у меня сейчас одна открытка накачана, я не могу пролезть. Давай, давай. Денис, ну ты не больше орла. Так. Ну я больше, наверное. Давай. Орел ты узкий, только руку надо высунуть, я только хотел. Руку сюда высовывай. Давай, давай. Я думаю, поэтому... Да, не слышу, только фишка в том, что вот отсюда не вылезти. Полин, ты должна вообще ой, ты вообще молодец. И кто чемпион, а? Ну, Полин, стой. Давай, стой. Давай, маме покажешь. Больше он тебя никуда со мной не пустит. Да-да-да, все, да? Сейчас полишь. А ты специально, да, повез? Чтобы мама сказала, что все. Возьми с собой Полину, ну блин. Не, я приучаю ребенка. Нет, это чисто девчачий лаз. Полин, смотри на меня. Раз, два, три. Молодец, все. Конечно. Нам сзади что-то есть? Кто-нибудь сверху смотрел вообще? Давай, Настя. Ну, здесь класс. Ром, можно пролезть отсюда. Это трещина, еще одна титаническая. Я думаю, сюда. Давай, Настю. Понравилось? Другой. Наоборот. Настюш, спиной, спиной уворачивайся. Одну руку по-любому вытаскивать надо, Настя. Ага. Я по пояс в нем торчал, но выйти не мог. Ну, смотри, она спокойно тоже вылезает, что она мелкая. По пояс прям вот торчал. Ну, смотри, смотри. Вот все, и здесь дальше не могу. Там если кто-то хочет, тоже. Там что-то с ногами сделали. Второй этаж. А как называется? Лезер, а? Как называется? Ну ты сейчас посмотришь. Ну надо попробовать. 10 метров. Хорошо. Ты третий, кто вылез. Давай. Поэтому рядом все копали. Я не знаю, может правда сейчас раскопан. Я тут вообще. Девушка, пристыж. Вот. А, за мной кто-то есть? Ты что, там раздеваешься? Мать. Она снимает. Пролез. Ну да. Сейчас. Осталось остальную часть вытащить. Слушай, у тебя жопа пролезает нормально. Как-то не очень. Ноги подраздвинь немножко. Да. Когда ноги на ширине плеч, было легче вылезать. Вот оно, вот этот момент. Вот этот момент только застрял. Да, да, да. И вроде обратно в падлу. И ноги уже все, пиздец. Ты что, ну как тебе сказать? Ты выдохни. Ага, раскачал попу? Да, идем. Жопа, да, не пролезает? Да. Блин, по сантиметру! Я чего пролез все? Давай, давай, давай! Да. Кирилл, может, ты все-таки правильно? Мне кажется, нет. Кирилл, да, попробуй это. Там если покончить, то 20 метров второй этаж есть. Сейчас, подожди, я хочу посмотреть, как Кирилл пролез. Кирилл, снимем. Ни хера не вижу. Сейчас тоже попробую. Давай, Кирилл, мы в тебя верим. Представляешь, ты на дембель идешь. Да что ты спокойно лезешь-то? Че, посмотрим на тебя, Серега? У меня жопа точно встанет. Гадалка не говорит. Ну как, Кирюша?
Нормально. Он почти сделал. Самое интересное начинается. Сломай себе ноги, называй. Ага. Все, вот дальше я никогда не мог пролезть. Давай, давай, давай. Давай, тут, блин, еще 100-500 человек проползало. Выдохнуть. По сантиметру, Кирилл, по сантиметру. Влево, вправо, влево. Вправо, да, раскачку. Что с ногами делать? Куда я говорю? Расслабься. 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 Сейчас расслабится, через щель. Дай кто-нибудь один. Совсем нечистого. Да, на ширине плеч ноги. Да, я правую ногу вот так вот поджимал, короче, Кирилл. Да, 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 там надо. Вот так вот правую ногу, короче, поджимал. Внутрь. Надо снизу снимать, конечно. Снизу. Снизу там не снимешь, там место не так. Особо не видно будет, даже будет такое. Ботинки болтаются. Идите, я с вами. Давай. Посмотрим. Там место опять твоя шапка, опять твой фонарик, да? Место для маневра очень много. Где таз, все, мы же здесь далеко от музея. Ноги сейчас ложат, и там между этим. Да, да, да. Вот так? Да, ногу вот так нагибаешь, короче, и... И вот в правую сторону немножко высыпаешь. Как вообще не далече. Смотри, как уже профессионально, прямо с фонариком, со всеми делами. Да? Я монах. Какие такие чистые стали? После чего? Ну, по-моему, не чистые, это просто уже цвет такой. У меня штаны очень песчанка, белые. Песчанка, видишь, зеленая стала. Там внизу, наверное, как раз чисто, да? Не то, что здесь. Все, обтерто уже. Да, уже вытерто, насухо, насухо. Сделали. Кирюха, а ты бегал с этой ходил, значит, с Никой? Нет. А, нет, Леха ходил. Дима, когда полез, Дима, есть, не ходил. Да, с ним. Да, он дошел до сказки, обратно. Да, ну, они недалеко ходили. Да. Здесь же, да, бей? Да. О, понял. Где все кончается? Нет. Здесь самое интересное, просто капол тела вылезает спокойно, короче, а дальше ноги просто застревают. Поддержите морально, человек. Че, мальчики, давай. Че, мальчики, попочки перекачали? И много в доту гамают просто они. Нет, да? Это не гамают. Не гамают? Ты вправо-влево вот так вот подвигайся там. Ну ладно, ребят, пойдемте, в общем-то. Тебе ноги уперлись прям как-то там. Не, ну ты изгибай вот так вот ноги. Изгибай ноги, изгибай себе. Представь, что ты червяк. Как лучше туда себя. Изгибайся во все стороны, да? Нет, они прям вообще... Нет, силой там не надо. Давай, давай. Да? Аккуратненько, вправо-лево, вправо-лево, да. Я могу тут... Правую ногу немножко высвободи. И начинай правой стороной сначала выходить. Вообще напоминает процесс. А, кстати, самое страшное вот это... Силой точно не надо. Да, сначала одну сторону, потом вторую вытаскиваешь. Я не упираюсь почему-то. Да одну ногу подожми, одну ногу и вторую ногу подожми, чтобы они у тебя, ну, не на излом шли. Поджать ты куда там? Нет, там нормально, там нужно раскачаться. Там их надо влево и вправо в ширину расставить. Правую ногу надо правее немножко. Да, да. Правую правее прям. Да, да, правую. Да, и вот так вот ее чим делаешь. Да, правую сторону сможешь вытянуть. И потихонечку по сантиметру вытягиваешься. Своим лазанием не вылезешь. Да, если он нарисован. Или какой-то. Вау. Красиво, да? А вот это кремний. Кремний? Ну вот.
который бьешь. Чего эти крестики вот эти рисованы? Ну, типа выходы, входы. Да они здесь плане неправильно, здесь нас вроде красный. Да. О, распорочка шикарная, да? Контрольная. Да. Нормально, да, распорочка? Тут много друз везде. На распорку вот на кол. Так, что, я туда заглянул? Можно вон сфоткаться через него. Можно, да. Сейчас я сниму эту фигню, можно будет... Что, второй этаж? Да. Проход на второй этаж. Вот 17-е, да? Здесь прикольно. Илёх! Нет, там прикольно. Там очень высокий уровень песка. Да, зима началась когда? Вообще внезапно. Я в этом году на велике не выезжал. Один раз, когда только снег выпал. Если есть на победе... Так-то я вот предыдущие две зимы катался. Нормально, как, чем холоднее, тем лучше. Да, мне нравится мороз, когда градусов 20. Ошибись, по снегу хорошо, не скользко. Да, не скользко, и уже не потеешь, потому что холодно. И в то же время сразу... Выйти по речкам. Влажности по речкам офигенно, да, по Волге. Лыжники погонять. Вот и все. Подряд ли? Соника со стабилизацией. А Соника сейчас со стабилизацией. Извините, ребят, что я немножко ногами. Я там развернуться пыталась, где ты, Натаха, я поняла, что я не могу, поэтому я ногу полезла.